Моделі, постановники, професійне світло, дорогезне обладнання, годинні фотосети. Для народження виставки «Номади» цього не знадобилося. Лише кілометри на мотоциклі. Когда человек едет на мотоцикле, у него нет возможности вести с собой профессиональную фотоаппаратуру, плюс у него нет никакой возможности делать какие-то постановочные кадры, соответственно, это картинки, взятые буквально из жизни, это, знаете, какие-то мгновения. С друзьями, але й наодинці. Тисячі миттєвості Африки, Азії, дуже далеких країв, тих, що називають узбіччям планети. Номади, ідейні мандрівники, схопили ці миті у свої фотоапарати і дозволили нам зазирнути до іншого світу. Для людей це як вот такой, наверное, все-таки небольшой глоток свободы. То есть, знаете, возможность открыть какую-то дверь и заглянуть, может быть, где-то в чужую жизнь. Проект «Номади» існує 6 років і вже утворилася традиція б'єнналі. Раз на 2 роки Дніпропетровськ бачить те, що сучасні торговельні центри і залюднені вулиці робить майже синтетичними, бо реальними здаються лише ці дивні обличчя. Этих людей вы не видели никогда до этого и никогда не увидите после. То есть, ну вот все эти минуты, вот они запечатлены вот этим ценой этой выставки. Ця виставка – привід широко відкрити очі, а для мандрівних мотоциклістів – згадати все. У номадів не буває улюблених країн, весь світ – дім. Але і у ньому є місця особливі, для кожного різні. Африка – це взагалі, ну, це така, знаєте, як, це бездна. Тобто, це континент, который вообще кардинально отличается от любого нашего опыта, который мы как бы в путешествиях, ну я не знаю, познавали. Там можно сидеть ночью и вокруг там в радиусе 150 километров даже света, например, нет. Не говоря уже там о мобильной связи или еще чем-то. И там совершенно другое впечатление, то есть такое ощущение, что небо у тебя лежит просто на голове. То есть вот ты лежишь в пустыне, и вот звезды, они вот буквально вот так вот рядом. Было много путешествий, которые как бы достаточно интересные все, но самое такое, которая оставила самый глубокий след в душе у меня, это поездка на Памирский тракт. Это был Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. И поэтому вот, когда мы шли по Памирскому тракту, перед этим прошли там очень сильные дожди, ливни, и посмывало дороги. И вот когда мы едем и останавливаемся, потому что перед нами пропасть, а была дорога буквально еще там 3 часа назад, и местные жители нам помогали. То есть наши мотоциклы спускали на веревках там в пропасть, потом их вместе там закатывали вверх на горы. Сергій Коробкін має вдома 2 вінчестери по 1 терабайту. Обидва під зав'язку забиті фотографіями з подорожей. Кожен з номадів наловив миттєвості не менше. Але з цієї, скоріше, репортажної колекції лише кілька десятків дотягують до рівня експозиції. Натискаючи на фотокурок, мандрівники передусім хочуть зберегти пам'ять. І в останню чергу сподіваються на визнання. Тим не менш, воно їх знаходить. Миттєвості запаморочення. Достаточно известный среди туристов водопад Виктория, который находится на границе Замбии и Зимбабве. И нам удалось подойти, даже не подойти, а подплыть к краю водопада. И получается, фотография есть, когда человек прыгает с камня, делает обратное сальто, и под ним 108 метров вниз сходит водный, как бы получается, поток. Когда ты стоишь на балконе, допустим, там на самом высоком этаже, заглядываешь вниз, это совершенно одно ощущение. А когда ты подплываешь к краю водопада и смотришь вниз, и там 108 метров, ну я не знаю, наверное, в секунду, ну это миллионы тонн воды обрушивается. Это совершенно другие ощущения. И навіть страху. Мы стоим со своим товарищем, и рядом с нами автоматчики. Причем это действительно не постановочное фото, это есть такое племя Мурси, очень в Эфиопии, очень агрессивное племя, очень злобное. Но как вам сказать, то есть вот даже вот подобного рода публика, если так правильно сказать, политкорректно, они все равно, когда ты с ним приезжаешь, когда ты к ним приезжаешь с открытой как бы душой и сердцем, они где-то чувствуют позитивное,
к ним отношение и в том числе где-то к тебе раскрывается. Безпечна Європа їх не чіпляє. Ефіопські канібали, киргизькі горці. Великий секрет цієї компанії в тому, що вони інші. А головна приємність у тому, що невдовзі усі вони стають спогадами. Адже дорога, навіть найбільш цікава, завжди веде додому.